А мы едем в пещеру, Дим. Ну все, мы прибыли к пещере Дим. Там будет вход. Посмотрим, сколько стоит. Паркинг везде платный. Но если вы только не просто на улице машину бросаете, а приезжаете к каким-то достопримечательностям, паркинг будет везде примерно 5 лир. 3 лиры, 5 лир. Вот. Идем в пещеру. Вход в пещеру 17 турецких лир с человека. А, 18. Опять карабкаться. Долго подниматься надо? Что? Говорю, наверное, второй этаж никто сюда не пойдет. Что? Говорю, наверное, второй этаж никто сюда не пойдет. Ну, еще тогда подальше. 310 сюда, да? Ну, еще, а 310 сюда? Пойдем. Все, глубина 360 метров. Классно. Обратно нам будет идти очень весело. В пещере этой более миллиона лет. И открыта она была всего в 1986 году. А людей сюда пускать стали только в 1999 году. Вот такая. Я думаю, что это не глубина 310 метров. Нет, мы в самую это глубину. Большой. Там должна, да, должно в конце даже озеро какое-то небольшое быть. Потому что 300 метров это стоит лжи. О, Господи. Ага. Вот так, условно. Это 5 наших домов. И здесь так достаточно темно. Влажность такая сильная. Дышать тяжеловато. Смотрите, здесь через какое-то время соединится сталактит и сталагмит. Фу, как влажно. В глубину пещеры никто, кроме нас, не пошел. Все остались на входе. Мы тут одни ходим. Пизанская башня. Ага. Да. Как интересно, сталактиты и сталагмиты, да? Навстречу друг другу растут. Да, вон срослись точно. Сейчас покажу вам. Так, не видно? Вот, сейчас вот так видно, видите? Срослись сталактит и сталагмит. Кислорода здесь явно не хватает, дышать тяжко. Да ладно тебе, не кричи так. Хорошая акустика. Смотрите, мы дошли до подземного озера.
Мэдди мокрые, какие влажные. Когда я вижу подземные озера, всегда вспоминаю мексиканские сеноты. Это такое чудо природы. Провалы в почве, в пещеры и внутри озера, где можно купаться. Фантастика. Рекомендую ли я к посещению пещеру Дим? Однозначно. Влажная, да, вся? Мокрая. Ой, так вообще красиво. Здесь прям к ней подход есть, смотрите, видите? Значит, можно трогать. Очень большая пещера. Это 360 метров в длину, я так понимаю, не в глубину, Игорь. Да, это протяженность маршрута. Да, протяженность маршрута. Бредем в потьмах. Мы решили, что это как в консерватории органы. Еще такие вот шапки, или как деревья, или как да. Душ, такое, или как парашюты. Место для фантазии. Есть такое вот, как гриб, а вниз эти свисают, как щупальца, медузка. Люди доходят до этого места, смотрят, что тут высоко подниматься, и обратно идут. Ну, здесь есть часть более мелкой пещеры, 50 метров. А все. Что, все? Все. Да ладно. Да. 20 метров. Вообще маленькая. Хочу сказать, что тяжело здесь дышать. И кружится голова немножко. Явно воздуха не хватает, кислорода маловато. Ну что, мы выбрались на улицу. И я могу сказать, что мы, наверное, сейчас только что уже сожгли турецкий завтрак в калориях. Классная пещера. В пещеру Дим также можно приехать с экскурсией. Я видела здесь автобусы Пегаса. И джипы стояли, значит, на джипах сюда возят на экскурсию. Так что приезжайте. Ну, а мы поехали дальше. Всем пока!